Сегодня мы приехали на озеро отдыхать вместе с детьми и увидели такое неожиданное зрелище. Это 12 лебедей плавали вот здесь на озере. Надежда Петровна живет недалеко от этого озера. Говорит, увидеть стаю белых лебедей вблизи своего жилища было удивительно. Вместе со своей семьей она не один час наблюдала за грацией, красотой и изяществом этих благородных птиц. Владимир Терентьев, замминистра по природным ресурсам края, тоже живет неподалеку. Он рассказывает, такое уже случалось. Около 20 лет назад на этот пруд уже прилетали лебеди. Правда, тогда их было куда меньше. Всего одна пара. Сейчас же, по его подсчетам, прилетела целая стая. 28 особей. Это лебеди кликуны. Они, я тут немножко посмотрел в интернете, их, так сказать, образ жизни, гнездятся на севере у нас и по безлюдным местам. И, по всей видимости, то, что их понудило сейчас пуститься в перелет, это, скорее всего, лесные пожары. Как надолго облюбовали это озеро дикие лебеди, не берется сказать никто. Птицы пугливо то и дело то улетают, то возвращаются. Всему виной человеческое любопытство. Именно поэтому местные жители и попросили не афишировать ни название водоема, ни поселка. Боятся, что из-за туристов их соседство с лебединой стаей может оказаться слишком коротким. Дина Володина, Игорь Костенков, Дмитрий Бородай. Новости.